Вот в таких погодных условиях, при сильном тумане, Рутер вышел 16 февраля на тренировку на стадион «Зенит». На первую тренировку после двух контрольных матчей, проведенных в Пятигорске и Кисловодске. 2-2 сыграли с «Биологом» и 3-2 выиграли у Владикавказской «Алани». Эти команды после осенней части первенства России 2-го дивизиона «Зона Юг» занимают второе и третье место с конца турнирной таблицы.